В Германии заявили о трудоустройстве 300 тысяч беженцев. Большинство трудоустроенных в Германии беженцев платят взносы в пенсионный фонд и фонд медстрахования. В Германии по состоянию на май нынешнего года трудоустроены более 300 тысяч беженцев из 8 основных стран происхождения лиц, ищущих убежище. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства труда Детлеф Шилле. Отмечается, что количество трудоустроенных беженцев на 103 тысячи больше по сравнению с данными за аналогичный прошлый год. В частности, в Германии трудоустроены выходцы из Сирии, Афганистана, Эритреи, Ирака, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сомали. Большинство из них, 238 тысяч, платит взносы в пенсионный фонд и фонд медстрахования. Шилле отметил, что все идет очень хорошо, учитывая то, что беженцы прибыли в Германию по гуманитарным причинам, а не для того, чтобы найти работу. По состоянию на июль в Германии было зарегистрировано 482 тысячи беженцев, которые ищут работу, а еще более 187 тысяч беженцев в июле были зарегистрированы как безработные. Ключевым фактором для интеграции беженцев на рынке труда остается знание немецкого языка, заявил Шилле. Напомним, в ближайшие годы в Германии ждут роста ВВП из-за притока беженцев, при этом программы по интеграции этих людей будут обходиться ФРГ в 28 миллиардов евро в год. Также сообщалось, что десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию. Они вернулись домой, получив деньги от немецкого правительства на обратный путь. Источник. Украинская служба Deutsche Welle. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и http://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.